На улице Куйбышева напротив дома номер 24 водитель Mitsubishi Outlander столкнулся с 56-летним велосипедистом. Последний двигался по тротуару и решил проехать участок дороги, не спешившись. В результате аварии велосипедист получил резную рану правого предплечья. В другом ДТП на пешеходном переходе около дома номер 2 по улице Зернова пострадала 17-летняя девушка. Водитель, управляя автомашиной Land Rover 47-го года рождения, мужчина, при повороте направо не уступил дорогу пешеходу 2006 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге девушка получила ушибы и кровоподтеки правой голени. Еще одна авария случилась на улице Академика Харитона. Воскресной ночью мужчина на Рено СССР поворачивал на перекрестке налево на желтый свет и не уступил дорогу водителю Форд Фокуса, который ехал навстречу справа. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель 74-го года рождения, который управлял автомашиной Рено, получил телесные повреждения левой руки. После осмотра врачом также был отпущен домой. Автоинспекторы напоминают, что управлять автомобилем под действием алкоголя недопустимо. На прошлой неделе сотрудники задержали 3 пьяных водителей. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.